Опа. Это он? Вот вся эта катавасия вот из-за этого? Так, тихо, Генчик, тихо. Всем море приветов, друзья и гости, конечно же, моего канала Нептун, это я. Мы сегодня поиграем в очередную FNAF-пародию Onimus Mistake, что в переводе означает «зловещая ошибка». Ну, вроде как-то так. Игрушка не новая, сразу говорю, ей месяцев 5, наверное, ну, по крайней мере, последнее обновление было около 5 месяцев назад. Это демка. Да, это демка, то есть это не полная версия игры, хотя демки бывают разные, бывает только одна ночь в демке, бывает, что игра почти полностью готова, и там нужно было ее немножко отшлифовать, чтобы выпустить полностью уже официально. Так вот, New Chance, то есть новый шанс, по идее, это, наверное, типа новая игра. Дальше идет какая-то фишка Restore Memory, восстановление памяти, дальше просто Memory память, Option и Die, умри. Но вообще, это типа выход. То есть я нажимаю, и игра просто у меня закрывается. Довольно необычная менюшка, я не знаю, может это какие-то уровни. Ну, в общем, давайте поглядим. Новый ченс, погнали. Помехи. Куда тыкать? Добро пожаловать то... То куда? Так, вау. Если ты взял телефон, значит, ты еще жив. Я через смерть после нашей маленького сюрприза. Через твою смерть. Конец звонка. Что? А? Кто-то мне позвонил и очень удивился тому, что я жив. Где? Это госпиталь? Что я здесь делаю? Так, новая задача... А, не успел прочитать. Ну, наверное, понять, что происходит, да? Как-то может допать, куда-то ходить? Шкаф, нет? Каталка. Нажать надо... О, во, все, понял. Подсвеченные, видимо, ну... области, куда я могу нажимать. Чик. Типа вышел в дверь. Осторожно, влажные полы. О, наш герой еще и моргает. Вот эти вот черные вспышки такие, видите, да? Мигание. Это, видимо, наш герой моргает. Так, можно пойти влево. А это отсюда пришел, да? Нет. А как обратно выйти? А, вот, назад. И назад, опять же, видимо, к себе в палату вернуться, да? Так, куча дверей, блин, давай сюда. Заперто, окей. Прямо мы знаем, что можно пройти. А это? Это разворот. Блин, вот знаете, я люблю такие FNAF-пародии, где можно, ну, ходить. Передвигаться там. Помните, вот в такое вот в Джоли было? В последней части? Ну, точнее, в предпоследней части. Мы тоже могли ходить. Так, 001 заперто. Правая дверь. Так, каталка. Походил, я сюда заглядывал, да? Ага. Эта правая дверь ведет в ту комнату. Так, прямо. Заперто. Ладно, возвращаемся. В комнату с каталкой еще две двери. Лево. Так, а правая дверь? Тоже открыта, да? Блин, столько дверей. Так, 03. Заперто. Там вроде как 04, да? Тоже заперто. Да вы чё? Ну, хотя бы посидеть. Так, и в темную дверь нельзя пойти. Блин, обидно. Я люблю все темное. Ладно, я шучу. Я не очень люблю темноту, но... Чё поделать? Так, 05. Заперто. Заперто. Ну, а здесь... Та-дам, сюда можно зайти. Вот когда я сюда пришел, музыка немножко поменялась, стала более мрачной. Как будто, так? Это как? Там же вроде как заперто было, нет? Я уже не помню. Какие две тут были заперты, какие нет? Вроде как они однотипные. Так. А вы заметили, что там доски есть? Можно их как-то, видимо, отломать? Окей. Так. Тут куда? Может, что-то найти, что-то подобрать? Я нажал на темную комнату.
Это я где? Я тот же персонаж? Или это флешбэк? 12 ночи. Я верчусь на стуле, друзья. Веселуха-то какая! Вот так бы всю жизнь не работал охранником. Сидишь, вертишься на стуле. Так. Что это? Это провода там? Или глаза? Это шевелится или нет? Видите, вон в левой части экрана какие-то тентакли или что? А в правой части два белых глаза. Или это не глаза? Да боже, вернись. Что мне делать-то? У меня мышки нет. Все, что я могу, это просто вращаться на стуле и смотреть в двери. Правильно? А, здесь говорилось, что я думал, что ты умер после нашего маленького сюрприза. Все, теперь я более-менее нормально прочитал. Так, ну я типа переигрываю. Мне, похоже, реально был баг, и курсорчик пропал. Значит, кто-то устроил мне маленький, якобы маленький сюрприз. И, видимо, меня сбили, может, на тачке, и я попал вот в больничку. Еле живой. Мне нужно понять, что происходит. Так, погнали обратно. Так, народ, да, у меня был баг. То есть, видите, у меня теперь курсорчик появился. Хорошо, что я могу делать? Куда нажимать? Мониторы, телевизоры. Потыкать. Попить нельзя, кстати. О боже. У меня планшет, оказывается, есть. Причем планшет активен только когда я сижу, смотрю прямо, да? Странно, 12 ночи показано здесь, но в планшете час ночи уже. Ау. Это камеры офиса, да? Закрыто, что-то там. А, это демка. Ого. Пауэрлифт. Это что, нужно здесь что-то заводить? Эй, вау-вау-вау. Флэш. Могу фоткать. Замечательно. Там кто-то есть? Нет, это стул. Окей. Закрыто в демке. Потому что игра в демке, ну, на стадии демки, они все камеры, большинство заблокировали. А, какой мерзкий звук. Надеюсь, в полной версии его уберут. Так, окей. Ну что мы, значит, здесь имеем? Здесь какая-то энергия. 37. Как заводить, я не знаю. Тут я могу смотреть, типа, по сторонам. Угу. Может, эту энергию как-то здесь завести? А, у меня энергия кончается, боже. О! А это чья лапа? Черт, 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 черт. А где, где вспышка? Я что, только один раз можно использовать? Я больше не могу использовать вспышку. Что за дела? Как мне завести генчик? О, вообще будет плохо. Да вы охренели? Да я с радостью бы все там завел. Вы мне покажите, где что заводить. Так, я переигрываю, и внезапно здесь появилась панелька зарядки. Раньше этого не было, я не понимаю, как это работает, ну, смотрите. Может, из-за того, что я сделал вспышку? Мне вспышка вернулась. Вот, смотрите, флеш сделаем. Пам. Так. Не, все на месте. Но вспышка пропала. И немножко генчика, видите, разрядилась, ну-ка. Нажали, нажали, нажали. Полностью подзарядили. Но вспышка не вернулась. А не хотите ли вы сказать, товарищ разработчик, что у меня только одна вспышка? Я должен просто бить наверняка. Ну это, конечно, круто. Но на самом деле, вы понимаете, да, что это сарказм? Это ни хрена не круто. Так, у меня очень мало активных камер, кстати. Одна здесь. Одна здесь. Все. Третья, четвертая. Все, походу. Нет, пятая, да? Один, два, три, четыре, пять. Все, здесь нет. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть камер. Из кучи комнат работает только шесть камер.
Вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Заводим. Так я нажимал! Click and hold, я зажал и... Точнее, нажал. Хрень какая-то. Это very strange на впароде. Ну, типа, я никого не вижу. Может, потому что... Первая ночь! И я опять проиграл, замечательно. Да. Это такой, знаете, симулятор ленивого переключения камер. Ну и попутно заведение генератора. Вот тут, кстати, была чья-то нога, она уже пропала. Может, кто-то куда-то тут ходит? Так, тут никого, но есть вспышка. Так, тут вроде как тоже никого. Почему генчик так быстро разряжается, я не успеваю там ничего сделать? Блин, напрягает меня эта тишина. Так, надо завести, посмотреть, что у меня в офисе. Давай. Так, все нормально. Никого нет. Хорошо. Продолжаем заводить генчик. Продолжаем выживать и искать кого-нибудь. Опа. Это он! Вот вся эта катавасия вот из-за этого? Так, тихо, генчик. Тихо. Это что? Это какой-то кролик? Это какой-то жуткий маленький кролик. Он меня может убить? Нет, ну, очевидно, что может. Это же FNAF пародия. Было бы странно, если бы он меня не мог убить. Черт, он такой маленький. Опа! Он просто испарился. Может, нужно ждать момента, когда он приходит вот в эту маленькую комнату и освещать его вспышкой? Скорее всего, так. Да, вот он, видите, вот он стоит. И он идет, по ходу дела, вот сюда. Где нужно нажать на флеш. Причем сделать это желательно вовремя, иначе он меня укусит. А я не хочу, чтобы меня кусал всякий маленький кролик. Укусы всяких маленьких кроликов — это вещь, ну, такая себе. Так, подождите, а он один? Чувак, ты один? Боже. Вот, он был здесь, да? Я его светанул, и он все, откатился. Ага, вот он, видите? Он начало ушел. Какой мерзкий кролик. Так, подожди. Ой, я генчик профукал. Как? Power left, и все, ноль. 88. Я только что... О, да вы прикалываетесь? Вспышка, кстати, у меня пока еще не появилась. Как я... Когда я успел? Я, блин, завожу этот генератор каждые 5 секунд. Кто его делал? Генератор этот раздолбанный, а? Ну-ка, давайте посмотрим, что и как он будет атаковать. Вот он. И вспышку я могу использовать только здесь. Мне просто любопытно. Так, пропал, да? Успел вроде как 20... Да. И чё, он будет убивать меня? Алло? И что это было-то? Ну, появился он здесь на экране, и все. Я ничего не нажимал. Он просто испарился. Черт! Вот это было неожиданно. Я думал, что он все обратно откатился. То есть, реально, кролик может меня убить, гребаный кролик! Так, кролик напал не на того охранника. Или кто там? Пациент больнички, неважно. Нептун сейчас всех покарает. Да, это была твоя зловещая ошибка, кролик. Напасть на Нептуна. Сейчас я тебе покажу. Так, я все держу. Это реально какой-то симулятор ленивого переключения камер и симулятор, блин, зажатой кнопки генератора. Кролик уже подходит, но я его 2 раза спугнул вспышкой. Момента, как он приходит вот в эту комнату, у меня успевает перезарядиться моя вспышка, и все будет идеально, я его просто прогоняю. Но генчик так быстро, видите, убывает, что я успеваю там только 2-3 камеры переключить от силы, а потом вынужден топать, заводить генератор. А это дико, блин,
мешает мне изучать карту, изучать все на свете. Ну ладно, пофигу. Успею ли я его последний раз прогнать? До 6 или нет? Или может мне на генчик забить? Давай, появляйся здесь. Я хочу тебя последний раз прогнать, хотя... Мне прогонять нечем. У меня вспышка не работает больше. А, боже. Вспышка, вернись, вот кролик появился, вон он. Но уже 6 утра. Окей, что будет дальше по сюжету? Спасибо за игру в демку, бла-бла-бла. В общем, он предлагает, ну, всем нам поддержать его проект на Game Jolt. Ссылочка на игрушку будет в описании под видео. И все. Эй, алло, подожди, а там же в менюшке было что-то еще. Так, несмотря на то, что я прошел ночь, никакого Raster Memory, никакого просто Memory активировать нельзя. Ну, типа, я так понимаю, игра пройдена. Точнее, демка пройдена. Здесь всего лишь одна ночь. И, в общем-то, конечно же, игрушка сыровата. Потенциал есть, в общем-то, может быть, какой-нибудь неплохой FNAF-пародии типа Уилбора. Помните, мы недавно проходили? То есть, это не совсем канон, здесь нету Фредди, здесь, видимо, своя история. Но если разработчик не забьет и реально будет допиливать, то выйдет, в общем-то, интересная FNAF-пародия. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте пальчик вверх, поддержите мое видео и непременно вступайте в группу ВКонтакте. Это был Нептун, друзья, всем пока-пока!